Вы на канале Новости БП. Главой государства подписан закон РК о ратификации протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. 21 октября депутаты Сената ратифицировали протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников. Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря была принята в 2003 году. Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Алибрекишев, основной целью протокола является предотвращение снижения, контроль и устранение загрязнения морской среды из наземных источников для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря, создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, в том числе об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ из наземных источников, проведение регулярной оценки состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценки уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии. Кроме того, протоколом определен перечень видов деятельности, которые могут оказать воздействие на морскую среду, а также перечень критериев, способствующих определению значительного трансграничного воздействия. В соответствии с конвенцией стороны своим национальным законодательством содействуют участию органов местной власти и общественности в мероприятиях, необходимых для защиты морской среды и прибрежных районов Каспийского моря от загрязнения, включая оценку воздействия на окружающую среду. Также каждая сторона облегчает доступ общественности к информации о состоянии морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, заключил глава Минэкологии.